Фронео. Следующее слово это фронео. You okay? To think. Думать. Okay. Фронео или фроонео. It means that we need to use the intelligence that God has given to us. Это значит, что мы должны использовать интеллект, который Бог нам дал. It contains also the idea of thoughtfully reflecting on moral considerations. Сюда включено размышление и обоснование каким нашим действиям. Paul used it this way. Павел это так использовал. For those who are according to the flesh, set their minds, phroneo, on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Romans 8, verse 5. Римлянам 8:5. Поскольку те люди, которые отождествляют себя со своим старым естеством, занимают разум заботами старого естества, а те, кто отождествляет себя духом, занимают свой разум тем, что от духа. То есть вот это занимает свой разум, размышляют. Вот это слово фронео. Okay. Just a moment. I'm looking for here. Okay, I lost my place for a moment. In verses 6 and 7. В стихах 6 и 7. Эта тема продолжается. Если разум руководим старым естеством, это смерть. Но если разум руководим духом, это жизнь и шалом. For the mind controlled by the old nature is hostile to God, because it does not submit itself to God's Torah. Indeed, it cannot. Так как разум, руководимый старым естеством, враждебен по отношению к Богу, поскольку он не покоряет себя Божьей Торе, в действительности он и не способен на это. So, as I said before, it becomes a balance issue. Как я уже сказал ранее, это вопрос баланса. Okay. We need to use the talents and the things that God has given to us. Мы должны использовать таланты и то, что Бог нам дал. But we also need to allow the Holy Spirit to guide us and lead us. Но мы также должны позволять Духу Святому вести нас и направлять нас. And if we identify only with the things of this world, если мы отождествляем себя только с этим миром, then we will not be good caregivers or counselors in our ministry. Тогда мы не будем хорошими советниками в нашем служении. Okay, we need to identify with the Spirit. Нам нужно отождествлять себя с Духом. Okay, and allow the Holy Spirit to work through us. И позволяет Духу Святому действовать через нас. But we also need to think carefully. Но также мы должны взвешенно обдумывать. The next one is nothesia. Nothesia. Come again, please. Nothesia. Nothesia. Okay. А вот видите, а мне думать легко было. А вот Nothesia. Okay, put into the mind. То есть вложить себе в разум. Okay, nothesia is a very key word. Это ключевое слово. In understanding how to use and what it means to have a biblical perspective on care. В понимании того, как пользоваться библейским взглядом на консультирование. Okay. In Titus. Oh, no. Okay. Titus. Tita. Titus. Titus 1. Послание к Титу, первая глава. Verse. Okay. Titus 1:11. 11 стих. They must be silenced because they are upsetting entire households by teaching what they have no business teaching and doing it for the sake of dishonest gain. 11 стих. Их следует заставить замолчать. Они разрушают целые семьи, проповедуя или уча то, что не следует. Делают это ради постыдной наживы.
in the English sense here it's been used the two Buddhist teaching by putting something in someone's mind. То есть вот это слово, которое там используется, какое в синодальном? А? Проповедуя или уча, да, вот это слово, оно на самом деле в греческом обозначает вкладывает эти мысли в разумы других людей. Okay. It's good to look at how a word is used in scripture. Очень важно смотреть, как слово используется в Писании, to be able to better understand, чтобы лучше понимать really изначальное значение. Okay, in Titus chapter 3, verse 10, 3 глава, 10 стих, тоже послание к Титу. Warn a divisive person once, then a second time, and after that have nothing to do with him. Избегай того, кто после первого и второго предупреждения продолжает вызывать раскол. Okay. Что в разумлении? Someone who brings division is the thing here. Okay. Just a second, a different translation. Какое у вас слово? Ну хорошо, вразумление. Okay. You okay? So the word here is in English translation is divisive, someone who brings division by planting thoughts. Yes. Ага. То есть вот то, что переведено, какое окончание стиха? Тут вызов. Окончание стиха. А, ясно. Смотрите, там написано так, что избегая того, кто после первого, второго, неважно, вразумления или предупреждения, продолжает вызывать раскол в общине. И вот это вот вызывать раскол, в греческом написано тот, кто вкладывает такое мышление в разум других людей. Okay. Мышление, которое вызывает раскол. Next one is Ephesians. Chapter 6, Ефесянам 6, verse 4, 4 стих. Fathers, don't irritate your children and make them resentful. Instead, raise them with the Lord's kind of discipline and guidance. Отцы, не раздражайте своих детей и не вызывайте у них негодования, но воспитывайте их, руководствуясь Господней дисциплиной и наставлением. Okay, here. In the English translation, the word is guidance. Здесь прочитайте в синодальном переводе. Okay. Just a second. This is the same word being used in different ways. I mean, because they use different translation. Ясно. Вообще этого слова тоже нету. Ну, руководствуясь там, вот то, что я прочитал, руководствуясь Господней дисциплиной и наставлением. Okay. И здесь то же самое слово, то есть вкладывайте в их разум Господню дисциплину и наставление. Вот так. Okay, are we with us? Yeah, because the Orthodox translation don't use even these words. There is no even idea in some verses that there is some word that you're talking about. Okay. But it's important to understand how a word is used in scripture. Нужно понимать, очень важно понимать, как слово используется в Писании. To give you a total view, okay? Чтобы иметь общую картину. The next one is 1 Corinthians. Следующее 1 Коринфянам. 1 Corinthians chapter 4 verse 14. 4:14. Открывайте, пожалуйста, сразу, чтобы мы сравнивали. I'm not writing you this to make you feel ashamed, but as my dear children to confront you and get you to change. Я пишу это не для того, чтобы пристыдить вас, но обращаюсь к вам как к своим любимым детям, чтобы вы изменились. Okay, confront. Вот вразумляю. Слово вразумляю. Okay. In 1 Corinthians chapter 10 verse 11. 1 Коринфянам 10:11. Okay.
These things happened to them as prefigurative historical events, and they were written down as a warning to us who are living in Ахрит Хаямин. Все это происходило с ними во время исторических событий, ставших прообразами, записанных в качестве предостережения для нас, живущих в Ахрит Хаямим. Okay, warning. Как там, предостережение? Наставление, предостережение, да. Mm-hmm. Acts 20, verse 31. Деяние 20, 31 стих. So stay alert, remember that for 3 years, night and day, with tears in my eyes, I never stopped warning you. Так, будьте же бдительны, помня, что 3 года, денно и ночно, я непрестанно предупреждал вас, моля каждого со слезами. Нет. 20:31. Учил, вразумлял, предупреждал. Прекрасно. Антон будет преподавать греческий. Okay, I think that's enough. There are several other texts here, but it gives you a basic idea of how the word is used in scripture. На этом остановимся, но просто есть еще другие стихи, которые говорят об этих словах. Просто я хотел вам дать понимание использования этих слов в Писании. Okay, nothotheia is frequently used with didakakosk. Okay. Nothanea is frequently used with didasko. Didasko. Используется часто со словом didasko. To teach. It's not a disco, it's didasko. Не диско, а didasko. Okay. Adidas, да. It's to teach. А оно переводится как учить. In that sense, those are these two words put together. И когда эти два слова, okay, nos, mind, which word? Nos, nothesia. Nothesia или nos. Is two words. Разум. Nos, mind. And tithemei. И слово tithemei. To put. Вкладывать. Okay. Consequently, it literally means to put in mind. To bring back to your attention. Вместе это словосочетание обозначает вкладывать в чужой разум или давать налагать свое понимание. Okay. So, it's bringing people back into or bringing back, reminding them. Yeah, this is probably the best way to put it. Reminding them of the things that they should already know. То есть то, что часто используется в Новом Завете как «вразумлять», это значит в греческом часто обозначает возвращать людей к воспоминанию или пониманию того, о чем они и так уже знают. Or to bring something to them, which they do not already know. Или же открывать им то, чего они еще не знают. Okay. In Galatians 3, verse 16. Колоссянам 3:16. Let's just go there, Galatians 3:16. Сейчас проверим, или это Колоссянам. Let the word of Messiah in all its richness live in you, as you teach and counsel each other in all wisdom. Колоссянам 3:16. And as you sing psalms, hymns and spiritual songs with gratitude to God in your heart. Пусть слово Мессии во всей своей полноте обитает вас, а вы при этом учите и наставляете друг друга со всякой мудростью и пойте псалмы, гимны и духовные песни с благодарностью Богу в своих сердцах. Okay, here it's in the beginning where it says, in all riches living you as you teach, not the say, yeah? Вот это слово «учите» или «учите», да? Это вот это слово «нафесея», «наставляете», and «учите». And here it's very specifically talking about dealings with each other as believers, as brothers and sisters. И это слово используется в контексте обучения или взаимодействия между собой братьев и сестер. Okay, it's not just talking about someone who has perhaps a special function as
counselor or the someone who guides. Здесь не говорится о человеке, который имеет особую функцию консультанта или лидера. Or even the pastor as или a, даже пастора. As a leader of a church, как лидера or церкви congregation. Или общины. It's talking about us as individuals working together. Здесь говорится о нас, как о личностях, которые взаимодействуют вместе. That we need also to be able to do this. Что, чтобы мы также сами по себе могли консультировать друг друга. It does, this word is also used as a specific function of ministers in Galatians 1:28. Это слово также используется для описания отдельных лидеров Колоссянам 1:28. Colossians chapter 1 verse 8. 8, not 28. No, 8. Колоссянам 1:8. Just a moment. No, sorry, you said 28. Сейчас. Yes, 28, sorry. Да, 28, все правильно. It's 28, yeah. I'm sorry, I got confused here a little bit. It's okay. I'm blaming my flu and cold because my mind is not working as fast as it used to work. Говорит, всему виной простуда. Okay, 28. We, for our part, proclaim him. We warn, confront, and teach everyone in all wisdom. Okay? Мы со своей стороны, провозглашая о нем, предостерегаем, смело наставляем каждого со всякой мудростью, чтобы представить каждого человека как достигшего цели в единстве с Мессией. In this aspect of Dothasea here, you have all of these elements. И здесь, касательно вот этого слова «нофесея», присутствуют все элементы, о которых мы говорили. Proclamation of the message of Messiah, здесь говорится о провозглашении послания Мессии, the warning about things that are going wrong, о предупреждении, когда что-то идет не так, the confrontation that is sometimes necessary in pastoral care or counseling. Также здесь говорится о конфронтации, которая также присутствует в пасторской опеке. Okay. Nothosea means to have a corrective influence on someone. Итак, Nothosea также обозначает влияние, которое помогает исправиться другому человеку. With the goal, и цель этого влияния. Sorry, just a minute. On someone with the goal being the correction of the mind. Исправление мышления. Okay, so we all have different ways of thinking about things. У каждого из нас есть определенные есть различия в мышлении или в восприятии определенных вещей. But not our thinking is not always correct. Но наше мышление не всегда правильно. Okay, we can think that everybody is talking about us when nothing is really happening. И нам иногда кажется, что кто-то нас обсуждает, хотя это на самом деле не так. We can have also in our mind, I'm not able to do this because of this or that. Или же мы имеем такое мышление, что я не способен сделать что-то по какой-либо причине. And that way of thinking can be incorrect. И такое мышление может быть неверным. So there needs to be correction. Поэтому необходимо исправление. It affects then the will, the choices that you will make. Потому что это влияет на наш выбор, на нашу волю. Which then also leads to behavioral change. И также меняет наш характер. Okay, do you understand what I'm trying to get at here? Вы понимаете, о чем я говорю? Okay, if our mind tells us something, если наш разум говорит нам что-то, we will not be able to do it. Что мы не сможем что-то сделать, okay, то так и будет. If yeah, no, I said that wrong. I got it. You got it. Okay. If our mind says us something that we cannot do, that means that we cannot do that. Yeah. Or we won't do that. Yeah. Exactly. So if we once get a correct way of thinking about things, если же наше мышление может исправиться, a biblical way, и стать соответствовать библейскому мышлению, the truth is in the scripture, потому что в Писании есть истина. Yeah? What anybody else says is questionable. Тогда мы будем понимать, что то, что говорят окружающие, это под вопросом. But what scripture tells us, но то, что говорит Писание, is the truth. Это истина.
And we need to set our minds on that fact. И нам нужно сконцентрироваться на этом факте. And then we can live healthy and well. Тогда мы можем жить здраво. Once that happens, our behavior begins to change. И когда так происходит, наш характер меняется. We realize that some things are wrong and incorrect, and we make the corrections. Мы понимаем, что что-то не так, что-то неправильно, и мы исправляем. It's also to call into view the things that are wrong through a process based on instruction and training. Okay? It is also to call into view the things that are wrong. Это также обозначает, что мы начинаем рассматривать то, что неправильно. Through a process based on instruction. Через призму процесса, который основан на and training by word, encouragement, warning, на слове ободрения, предупреждения и учений Писания. Okay, there are three different dimensions involved in this. Здесь затронуты три разные сферы. Okay, first of all, that there is something wrong in the person. Первое, что-то не так в самом человеке. An obstacle, or blockage that needs to be overcome. То есть есть какое-то препятствие, которое нужно преодолеть. Scriptural example is Titus 3, verse 10. Титу 3:10. Это один из примеров. Titus 3, verse 10. Warn a divisive person. We've already had this text. Мы уже читали. Once, and a second time, and after that, have nothing to do with them. Избегает того, кто после первого и второго предупреждения продолжает вызывать раскол. Okay, they have something, a mindset, a way of thinking, which is totally wrong. То есть что-то у таких людей в мышлении абсолютно неправильно. And the object would be to help them to understand that that is the case. И целью будет донести этим людям, что в этом проблема. Therefore, bring a change in their thinking. Тогда можно будет совершить изменения в их мышлении. And then also in their behavior. И также в их поведении. Okay. Secondly. Во-вторых. Verbal processes are used to write the problem. Okay. Colossians 3, verse 16. Колоссянам 3:16. Okay, let's take the example. Colossians 3:16. Речь о том, что вербальная или словесная истина, она также внедряется в наше мышление и меняет его. Пусть слово Мессии во всей своей полноте обитает в вас, а вы при этом учите и наставляете друг друга со всякой мудростью и так далее. Okay. So there's a process, a verbal process of speaking out things. То есть это вербальный процесс, когда мы проговариваем или произносим определенные вещи. Sometimes we just by reading something or knowing something. Иногда читая что-то или зная что-то. We don't sort of it doesn't seem to click in us and we don't get there. Не всегда что-то, не всегда это нас меняет и не всегда мы понимаем, о чем речь. But if you speak it out, но когда мы произносим это, then something else begins to happen in your life. Порой определенные здравые вещи происходят в нашей жизни. The spoken word is very powerful. Слово произнесенное имеет огромную силу. Okay. The next point is third, correction is always to benefit the client. И следующий момент — это то, что исправление, оно всегда идет на пользу тому человеку, который пришел к вам с проблемой. 1 Коринфянам 4:13. Okay. I'm not writing this to make you feel ashamed, but as my dear children. Oh, sorry. 1 Corinthians 4:14. 14 стих, извините. To comfort you and get you to change. Я пишу это не для того, чтобы пристыдить вас, но обращаюсь к вам как и к своим любимым детям, чтобы вы изменились. Okay. So if you have to, in the context of
pastoral care or counseling, если в процессе консультирования или пасторской опеки correct someone, вам нужно исправить кого-то, your correction should always be to benefit that person. Ваше исправление должно быть всегда направлено на пользу этому человеку. Unfortunately, some of us always want to be right. К сожалению, многие из нас или все мы хотим быть правыми. And then we bring correction onto someone. И когда мы исправляем кого-то, not to make them better, but to make us look good. Этим самым не хотим помочь человеку исправиться, но мы хотим, чтобы мы хорошо выглядели. This is the wrong approach in pastoral care and counseling. И это неправильный подход в пасторской опеке и консультировании. We should always seek out what is the best for whoever we are dealing with. Мы всегда должны стремиться и искать лучшего для того, кого мы консультируем. So that they profit by it. Чтобы они имели от этого пользу. It's not about us. Речь не о нас. When we're dealing with people in the sense of pastoral care and counseling. Когда мы задействованы в пасторской опеке или консультировании. It's always about them. Цель — это люди, которых мы консультируем. Мы должны вернуть их в эти отношения с Богом, чтобы они жили полной жизнью. То есть наш объект привести в состояние, где они смогут получить наибольшую пользу. Сказав все это, I'm going to try and put it together. Я попытаюсь все это теперь суммировать. Pastoral care or counseling. Пасторская опека или консультирование. Is a process. Это процесс. For bringing needed change. Процесс обеспечения необходимых изменений или перемен. In an individual. В людях. For the better. Для их пользы. Okay, so that they're better from it. Чтобы они получили от этого пользу, so that it improves them, so that it, чтобы они исправились. Okay. It deals with, и это касается information, сюда включается информация, learning, обучение and involvement from others. И привлечение других людей. Okay. That means it's not always something that you can do on your own. То есть это значит, что не всегда мы должны действовать сами по себе. Самое лучшее консультирование, которое я когда-либо видел, оно всегда происходило в командах. Now, if everything is okay, a husband and wife make a very good counseling team. Я скажу также, что муж и жена, они могут составлять хорошую команду консультантов. Yeah, I'm not so much in favor of individual counseling, if you like. Я не очень ободряю индивидуальное консультирование. Okay, there's a place for that. Хотя это тоже имеет Sometimes место. It's also necessary. Иногда это важно и Some нужно. People will not open up in a situation where there is more than one. Некоторые люди просто не будут открываться, если будут участвовать более одного человека. Okay, so it deals with information. Итак, еще раз, сюда включается информация. Learning, обучение and involvement from others. И участие других людей. Another major component. Еще один важный элемент deals with the thinking patterns of the mind. Касается образа мышления, that subsequently leads to behavioral, который приводит к поведению, emotional, к эмоциональному, spiritual, духовному, and relationship changes. К эмоциональной, духовной перемене. What makes it different from the world? И какое отличие от мира? The world's type of pastoral care or counseling. От мирского консультирования. This is what you sometimes have to be careful of. That there is outside Christian or believers' circles, there is those who call themselves pastoral care or pastoral counseling. Потому что тут еще отмечу, что нужно быть осторожными, потому что мирские подходы, они также могут себя назвать пасторской опекой или консультированием. Но у них нет основ
систем верующих людей. So the difference should be. И какова разница должна, какая разница должна быть? It is grounded and founded and has a foundation. Консультирование, оно имеет своим основанием. In Messiah and his revelation through the Мессию и его откровение через слово, через Писание. Okay. I think that's enough for today. Я думаю, на сегодня хватит. I don't know what time. Отлично. Yes. Ah, there is a question. Yes, there may be questions. Yeah. Он сказал так, что если приходит неверующий, мы должны сделать так, чтобы он стал верующим. Да, да. Вот. А если он не хочет, не хочет, но хочет консультирование. What if you said that when we provide this kind of care, pastoral care, if a person comes and he's not a believer? You said that we should make sure that he becomes a believer. But if he comes and he doesn't want to become a believer, is it reasonable to continue this counseling? I think you have to be careful. Я думаю, что нам нужно быть внимательными и осторожными. And you have to monitor what happens. Нам нужно оценивать, что происходит. Because I've had cases where people, non-believers have come. Потому что в моей практике были случаи, когда приходили неверующие. And the only thing that they've done in the end is absorb a lot of my time and energy. И в итоге они просто забрали у меня много сил и энергии. Without any results. И времени. И никакого результата не получилось от этого. Because they were not prepared to take the steps. Sorry? Because they were not prepared to take the steps. Потому что они не были готовы осуществлять те шаги, that were necessary to bring about results. Которые были необходимы для результата. In other words, if I told them to do something, то есть я им говорил что-то делать, 9 times out of 10 they wouldn't do it. И в 9 случаях из 10 они не делали ничего. And therefore it defeats the purpose. Поэтому это как бы привело к полному, к полной неудаче. Sometimes it can work. Иногда это может сработать. But like I said, you need to monitor the situation. Но, как я сказал, нужно оценивать ситуацию, исследовать ее. Are you getting results, or is it just absorbing a lot of your time? Вы идете к какому-то результату, или это просто трата времени и сил? Okay. Сейчас Виталик просил. Да. Классический вопрос. Приходит пара, один из них 100% не прав, и считает, что второй должен измениться. Его совет. Let's say there is a case when the couple comes to a counselor and one of them is 100% wrong. But this person that is wrong, he thinks that the other one should change. What would you advise in this case? The possibility of someone coming to you with one of them being 100% right is null. Вероятность того, что придут двое, и один из них 100% прав, а другой 100% не прав, равна нулю. There is no possibility of that. Такой вероятности нет. There are always two sides. Всегда есть две стороны. And you can have cases like this. People come. И, конечно, могут быть такие случаи, когда люди будут приходить. And they think they're 100% right. И они думают, что они на 100% правы. One of your first objectives is to show them that they're not. И первая задача — показать, что это не совсем так, что они не совсем правы. То есть он конкретно обличит, допустим, жену? Он пришел муж с женой, и он конкретно скажет жене, что ты не прав? Нет, консультант должен сказать тому, кто считает, что он прав, что не совсем он прав. Так задай вопрос. Так если, допустим, жена говорит, вот я вот хорошая, он должен измениться, и он конкретно скажет жене, что ты извините, не права? Консультант должен сказать. Ну, консультант скажет? Да. То есть он так советует? Да. No, so his question is like, so if this person that thinks, подождите, пожалуйста, люди добрые, if
if a counselor, so if one person says that I'm 100% right and I'm sure, so the counselor should say, I'm sorry, you're not right, look at this and this and this, right? Yes. Да, он это имеет в виду. Ладно, ладно, это уже потом поговорите. Because it's basically just not possible. Потому что так, ну, это невозможно. There is always somebody, there is always something. Всегда есть у кого-то есть все-таки тоже какая-то проблема. And you have to pray for wisdom. Нужно молиться о мудрости and spiritual insight и духовном видении, to be able to discern what is the issue. Чтобы различить, в чем проблема. Так точно. Не, да. У Антона проблема. А, не проблема, я вопрос. Но вот есть пасторская консультация, есть ли там грань? Вот, например, вот у меня два примера. Первый пример, это когда пастор посоветовал в выборе спутницы жизни одному, и потом у них что-то не пошло, и он осуждал пастора, что это он посоветовал. А второй момент, это был в моей жизни, когда мне пастор запрещал ехать учиться сюда, в GBI. Из-за чего меня исключили из церкви, той, где я был. Mm-hmm. Но я знал, что у меня откровение от Бога. Вот где грань пасторской консультации? Okay. The question is, where is the edge of this counsel? Because there were two cases. In one case, the counselor, he advised another person to get married or to start a relationship with another person. And they just broke off, and this person, he just condemned this pastor, this counselor. The other case, that his own pastor, he forbid him to come here and teach. And because he didn't listen to him, he was excommunicated from the congregation. So where is the edge of this counsel? Where is the bottom line? Ну, в первом случае, конечно, неправильно то, что советуют на ком там жениться или с кем отношения строить. Неправильно, да? Неправильно. That's not necessarily the job of a counselor. Это не задача советника. Можно помогать в взаимоотношениях, в проблемах взаимоотношений. Yeah, right. Но такая конкретика, что вот этот человек должен жениться или выйти замуж за вот этого, это, естественно, за гранью совета. Это брачное агентство называется. Ну, для меня. Это мое мнение.